Если бы у меня было брюхо, его бы скрутило. Один мертв. Опасности больше нет. Нет-нет, от волнения. Мало кто, кроме великанов, удостаивался чести побывать в мире йотунов. Это большая честь попасть в узкий круг избранных. Так вот каков Йотунхейм. Красиво, как в легендах. И даже больше. Мы не одни, Фен. Ангербода. Кратос, Мимир, Фрея. Рада вас видеть. Спасибо тебе за то, что помогла нам выбраться из Асгарда. О да, приветствую славную деву, спасшую наши шкуры. Соглашусь. Твоя великанская магия – настоящее чудо. Мы очень рады, что успели вовремя. Фрея, жертва твоего брата не будет забыта. Верно. Я бы сказал, что ты поразила нашего Атрея в самое сердце. Мимир. О, будто ты сам об этом не думал. Ты ценный союзник Ангербода. Надеюсь, мы еще встретимся. Думаю, все еще будет. Впереди много дел, а я только начала. Кратос. В прошлый раз ты был здесь из-за Фей, да? Ты видела это в пророчестве? Твой сын рассказал. Красивый последний приют. Как она и хотела. Это ты расписывала? Часть да, а часть заканчивала за матерью. Восхитительная работа. Твое мастерство несравненно, Ангербода. Мой сын тоже рисует. Он говорил. Но до твоей работы с цветом ему далеко. Среди нас было много художников, так что у него есть задатки. Нужна лишь дисциплина, чтобы их развить. Ты мне нравишься.
Цветок. Цветок. Невероятно. Мы возвращаемся к Чарли? Да. Он будет мной недоволен. Да. Прости, я... Мне нет никаких оправданий. Есть Чарли. Красивый. Тяни лист. Я знаю, но я не могу остаться. Надо так много сделать. Кратос, надо найти того, кто будет за ним присматривать. Постоянно.
До встречи, Чар. Скоро. Это пригодится. Броня Рагнарёк за мой счет. Это называется памятный экземпляр. Часто бывают новинки. Странно. По всему озеру видны следы пребывания мирового змея. Хотя мы видели, как он исчез в Рагнарёк. Значит, легенда была права. Удар Тора отправил Йормунганда назад во времени. Малыш Йорми, только что из Йотунхейма, вырастет в знакомого нам змея. В первую встречу со змеем ты сказал, Атрей показался ему знакомым. Может, они виделись в Йотунхейме? Может быть, брат. Спросим у парнишки, когда его увидим. Осторожней, брат! Это биврёз! Прощай! Брат, сзади!
Когда Йорк напал на Тора в Асгарде, мне показалось, у него были на то причины. Но ведь они никак не могли бы встречаться раньше. Я думал об этом, и у меня есть теория. Мы знаем, что Атрей изучал в Йотунхейме магию душ. Может, змей тоже был в этом замешан? Ты считаешь, Атрей поместил в него душу другого великана? Того, кто ненавидел Тора? Именно! Но вопросов все равно слишком много. Интересно, помнит ли Йорми спустя столько времени, кем он когда-то был? Ауха!
У тебя есть щит! Достань его! Поистине неблагодарная работа. Но ее надо сделать. Уверен, мирные жители нас поблагодарят. Точнее, вас. На меня будут показывать пальцем и орать. Мы часто бывали в этом храме. Забегали к Броку и мчались навстречу следующему приключению. Тоскуешь? Да. Тогда все казалось проще. Согласен. Комната перехода. Она не в лучшем состоянии. Как и все мы. Кратос, помнишь, как я впервые привела вас с Атреем сюда? Словно целая жизнь прошла. Я помню. Именно твои советы помогли нам исполнить последнюю волю Фей. И твои тоже, Мимир. Топор и молот Тора – разрушительное сочетание. В Йотунхейме я хотел было спросить у Ангрбоды, какие именно у нее планы на парнишку. Но взглянул на нее, и все сомнения рассеялись. Любой родитель рано или поздно задается таким вопросом. Я доверил ей свою жизнь, и сына тоже доверяю. С этим не поспоришь.
Кратос, там что-то есть.
что ж, увы, это последняя поэма. Напиши свою. Давненько я не окунал свое перо в чернила поэзии. Но, может, снова попробовать? Go!
неистовая! Между тем все будут жить вечно! Пойдем к королю, и его ждет то же самое. Ты уже знаешь, от мести легче не станет. А правосудие — это месть? Ты сам должен ответить на вопрос. Mm-hmm.
Ялти невозмутимая! Король приведет нас к славе! Ярма! Go! 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 Go!
Как мы искали валькирий 2 зимы назад. Да, сходство и правда есть. Но есть отличие. На валькирий ты не был так зол. Спасибо за поддержку, но ты не видишь полной картины. Я знаю, каково жить с обидой. И когда месть свершилась, надеялся избавить тебя от разочарования. Yeah.